Добрый день! У меня есть видео о том, как правильно вводить свечу в анальный канал, и оно пользуется популярностью. Однако остается вопрос о том, как же вводить мазь в анальный канал, ведь она вся остается на пальце. Итак, сегодня мастер-класс о том, как правильно вводить мазь в анальный канал. Совершенно не важно, какую мазь вы будете использовать, гораздо важнее, с какой целью вы это делаете. И тут я вам не помогу до тех пор, пока вы не выясните это у своего врача. Итак, вводим мазь в анальный канал. Для этого понадобится мне мой помощник, муляж. Дальше мы можем одеть перчатку на пальчик, либо ничего этого не делать. Берем мазь, абсолютно любую, которую вам нужно ввести в анальный канал. Наносим на дистальную фалангу мазь. Вот таким вот образом. Достаточно. И затем также на глубину этой самой дистальной фаланги вводим мазь в анальный канал. Убираем палец и сверху прикладываем салфетку к заднему проходу. И вуаля! Мы это сделали. И совершенно не стоит переживать о том, что мазь остается на пальце. Свою функцию она обязательно выполнит. Теперь давайте разберем второй вариант введения мази в анальный канал. И нам для этого, помимо мази, понадобится еще вот такой шприц. Мы удаляем поршень, берем мазь и в цилиндр шприца вот таким вот образом вводим мазь. После этого берем поршень и вводим его на свое место. Удаляем иглу, и у нас получается вот такой вот, скажем, проводник мази. Мы наконечник можем смазать также в эту же мазь. Дальше вводим поршень в анальный канал, где-то на сантиметр, может быть полтора. И нажимая на поршень, у нас мазь продвигается и попадает в анальный канал. Поршень удаляем вместе с мазью и также снаружи прикладываем салфетку и ходим целый день и меняем эту салфетку по необходимости. Как видите, все достаточно просто, главное тренировка и не бояться. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишем их в комментариях, но, конечно же, не забываем подписываться и ставить мне лайки. До новых встреч!